Марин, расскажи, что с тобой произошло? Мы отдыхали в Таиланде, и, значит, меня накрыло волной. Муж решил оттащить. Тащил, у меня нога немножко подвернулась. И, соответственно, в этот же, буквально через полчаса я решила позаниматься в воде, и там, значит, с китайцами, с японцами, с англичанами. Одна китайка так хорошо на меня приземлилась, и рукой я ее держала. Но второй день я встать, собственно, не смогла. Сколько времени назад это было? Это было 2 месяца назад. Угу. Вот. А встать не могла из-за боли или не разгибалась нога? Она и не разгибалась, и было очень больно. Там все в одном. Так, а в Таиланде что-нибудь делала, как-нибудь лечилась? Мы пошли к врачу, значит, там посмотрели, сказали, что мы можем вам мазь обезболивающую дать и как бы гипс наложить. Но мазь я сама купила, значит, и потихоньку вот начала так ковылять к завтраку. Все, но в основном я дня 2 лежала или 3. Вот, не могла встать. А сустав отек? Сильного отека не было. Ну, небольшой такой отек был, сильный. Но только боль, да? Да, только. А как самолет перенесла? Нормально. На мужа положила ноги. У меня сидела. Потому что долго оттуда лететь. Да, так, что здесь? Чем лечилась? Как пробовала восстанавливаться? Лечилась обезболивающим мне. Значит, 2 месяца, 1,5 месяца я где-то также хромала, не сгибалась нога, я мазала и пошла все-таки к травмпункт. Мне врач выписал обезболивающее, по-моему, невизин, я вот не помню, какое-то лекарство, да, таблетки обезболивающие, невизин, по-моему, и мазь обезболивающая. Вот я, значит, неделю вот этим всем пользовалась, потом пришла к нему. Значит, как раз МРТ было готово, и мне сказали на операцию 3-я степень, порыв мениска коленного. Вот так вот. Значит, мы с тобой занимаемся сегодня второй день. Ты ко мне вчера пришла. Сегодня второй день. Второй день. Да. Что у тебя было? Расскажи, вот вчера. Ну, у меня, во-первых, вчера у меня... То есть, с чем ты пришла, что тебя беспокоило? У меня не сгибалось колено. Приседать ты могла? Не могла я приседать. Я даже об этом и не мыслила, и не думала. Было страшно. Вот. И вчера уже было лучше. Как бы вы сказали, чай зеленый попили, я попила. Ну, как-то свободнее было. Я, кстати, на ступеньки уже стала наступать более-менее. Вот на метро дошла. И сегодня вообще... Ну, вот давай видите, покажем твое любимое колено. Да, так. Вот это вот у меня колено. Вот здесь я как раз на процедуре. Да, да, да. Так, да. Ну ты понять, уже поднимаешь... Я его не могла поднять. У меня вот так только. Все. Это мой предел был. А вот сейчас покажу. Второе занятие. Вот с этой ногой. Ну вот смотрите. Здесь это... Как цапля, можно сказать. Так, ну а приседание? Ты вчера у нас сказал, что это для тебя... Страшная вещь, и присесть ты... Не могла, да. И боюсь. Вот, пожалуйста. Вот. Все ниже, ниже, ниже. Волшебно это может быть. Я сама себе не верю, что такое может быть. Вот. Да, но процедура немножко болезненная. Болезненная. Скажи мне, сейчас ощущение какое? Тепло есть в колене? Легкость и тепло, и такое приятное ощущение. Вот там, вот, где раньше была боль, вот здесь вот. Это вообще замечательное ощущение. Просто такой теплоты, и такой просто приятно. Очень приятно. То была боль. А теперь приятное ощущение. Теперь приятное ощущение, да. Вот видите, ну как, это разве возможно? Просто не верится. Вот, пожалуйста.